Экопарк обещает стать уникальным для мегаполиса объектом. Его возводят с акцентом на использование натуральных материалов. Исключение составляет только велосипедные дорожки, которые впишут природный ландшафт. В строительстве применяют дерево и камень. А трубы для вывода углекислого газа будут аккуратно интегрированы, не нарушая комфорт посетителей. На всей территории экопарка высадят более 4000 деревьев лиственных пород, создавая атмосферу природного оазиса в городской среде. Окончание строительства планируется на конец 2025 года, и все работы ведутся исключительно в рамках социальной ответственности бизнеса. Инвестиции в проект составили 5 миллиардов тенге. Это будет уникальный парк, аналогов которому нет в стране. Мы изучили подобные проекты по всему миру, и нам ближе по духу оказалось создание парка, подобного Центральному парку в Нью-Йорке. На встрече с журналистами обсуждалось название парка. Спонсоры предложили вариант «Силкиой», но участники объезда предпочли название «Экопарк». Сыздыкбеков выразил уверенность, что этот объект станет не только экологическим проектом, но и подарит жителям Шымкента место для отдыха и активного досуга.